И второй удар, который приходится в сетку ворот Балтики, наносит его Александр Кренделев со штрафного. Александр, добрый день. На что настраивает команду новый тренерский штаб? Ну, все прекрасно понимают, в какой ситуации непростой мы оказались. Тренерский штаб настраивает в первую очередь на достижение результата в каждом матче. В январе ты перенес простуду. Насколько быстро проходит восстановление? Ну, у меня пару дней была температура без всяких осложнений, и я достаточно быстро восстановился, и сейчас работаю в общей группе. Для чего ты выбираешь разноцветные бутсы? Чтобы соперников запутать? Да нет, это все банально просто. Просто бутсы, в которых я играю, производитель выпускает яркие цвета, и из-за этого так получается. Кто из партнеров способен повести команду за собой в трудные минуты? Ну, у нас достаточно много опытных футболистов, которые могут в отдельной игре повести за собой. Но я надеюсь, что в весенней части мы будем отличаться коллективной игрой. Существует ли в настоящий момент разница между сбором в Крыму и сбором где-нибудь за границей? Ну, сборы – это всегда определенные нагрузки в каждой команде. Из-за этого я не думаю, что из-за смены декораций как-то футболистам легче или тяжелее становится. Наверное, только отличие в разнице может быть температур, где-то теплее, где-то холоднее. И последний вопрос. Некоторое время назад твоя супруга побеждала в конкурсе красоты в Иваново. Нет ли у нее желания принять участие в Мисс ВК Мордовии? Ну, на данный момент все ее свободное время занимает воспитание ребенка. Ну, если у нее будет такое желание поучаствовать, то, я думаю, мы на семейном совете обсудим этот вопрос. Все, спасибо.